На дорогах Дагестана появятся пешеходы-привидения. Это пешеходная дорожка с 3D-иллюзией. Таким образом, бороться с наездами на пешеходов предложили активисты регионального отделения партии «Единая Россия». Первый такой пилотный переход уже установили по улице Гаджиева. По замыслу инициаторов, иллюзионная зебра дает максимальный эффект в вечернее время суток. Водителю все время будет казаться, что пешеходы, пересекающие дорогу, движутся по воздуху. В партии уверены, что данное нововведение позволит сократить количество ночных наездов на дорогах.